Приветствую вас, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня мне пришла очередная посылочка с Китая, с сайта AliExpress. В этой посылочке должен быть такой черный кошелечек, косметичка или просто такой клатчик тряпочный, который можно положить или вашу мелочь, или какую-то косметику, или ну, на что угодно она может вам пригодиться. Здесь должны быть такие три отдела, на замочках она и такой тряпочный кошелечек. Кошелечек пришел очень быстро, за 12 дней. И стоил этот кошелечек $2.60. Давайте мы откроем, и я вам сейчас покажу. Давайте мы его откроем здесь. Друзья, вот здесь ничего нету. Вот у нас такой черный кошелечек, белый горошек. Видите, такая ткань очень неплохая, но это, в принципе, я даже не сказала, это не ткань, это как, наверное, или смесь ткани с полиэстером, но это не чистая ткань, как бывает. Ткань, это да, как полиэстер более, чем ткань. Видите, у нас здесь очень много разных отделов. У нас здесь есть раз, два, три отдела и еще плюс кармашек спереди. Видите, вот кармашек. Да, немножко ниточка торчит. Нет, это просто. Видите, вот такой у нас кармашек спереди. Потом идет здесь у нас кармашек. Видите, продавец даже хорошо упаковал, поставил. Да, у нас здесь есть еще такая ручечка, но ручечка немного тоже с ниточками. Давайте я ее отрежу, чтобы нам не мешала эта ниточка. Есть у нас такая ручечка, что мы можем ее, да, вот с этой стороны мы пристегиваем, и будет вам как клатчик. При этом вы где-то бежите там в магазин или куда-то, поставили сюда ваши ключи, телефон и денежку, и все, и больше вам ничего не надо. Так, потом у нас идет второй кармашек, такое или отделение, и плюс еще третий. Вот такие у нас три достаточно неплохих кармашка или отделения. Ну, запах, конечно, есть небольшой. Ну, в принципе, за свои деньги, я думаю, это кошелечек своих денег стоит. Не более, смотрите, сколько отделок, сколько кармашков, что вы себе здесь все можете, все что-нибудь можно поставить. Ну, конечно, ткань мне немножко не нравится, что это более полиэстер, а не как обычная ткань. Я думала, что она тканевая будет, но, в принципе, я думаю, пойдет и такое. Там у продавца есть разные цвета, там, по-моему, синий, и зеленый, и фиолетовый, и красный, и розовый, все-все разные цвета. У него много, этого продавца много разных кошельков, косметичек и вот таких разных мини-сумочек. Так что можете зайти посмотреть. Продавец уже проверенный, у него много отзывов хороших. Я у него уже покупала, и видите, вот это, ну вот это, конечно, сумочка или кошелек. С всех посылок пришел самое быстро, за 12 дней. Вот, друзья, вот такая у нас сегодня была посылочка. Такой у нас был кошелечек. Если вам нравится, можете покупать. Ссылочка будет в описании. Все, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока-пока.